Лето – самое время для приготовления замечательного русского напитка – кваса. Рецептов великое множество, я предлагаю один из них – квас на ржаной закваске. Берите на заметку. Приготовить настоящий квас живого брожения очень просто, надо только захотеть, а пошаговая инструкция поможет вам в этом. Вода – 3 литра. Ржаной ферментированный солод – 75 грамм. Сахар – 6 столовых ложек. Ржаная кисломолочная хлебная закваска – 50 грамм. Дрожжи свежие 3 грамма, используйте дрожжи, если закваска не слишком активная. Количество порций – 3-4. Подготовьте необходимые ингредиенты для приготовления кваса. Вскипятите воду и остудите ее до 50 градусов, после чего всыпьте в нее ферментированный ржаной солод, размешайте, чтобы не было комочков. Дайте солоду настояться, охладите до комнатной температуры. Отлейте часть солодового настоя к хлебной закваске, можно добавить небольшой кусочек дрожжей, хорошо размешайте. Всыпьте сахарный песок. Влейте закваску с добавлением дрожжей. Самая первая партия кваса будет иметь легкий привкус дрожжей, слейте квас в кувшин, а квасную гущу перелейте в другую емкость. Это будет основа для следующего кваса. Влейте гущу в банку, добавьте пару столовых ложек сахара из общего количества. Дайте гуще поработать минут 30 или больше, в это время снова вскипятите воду. Добавьте в нее ржаной солод для следующей партии кваса, как только она остынет до комнатной температуры, влейте в гущу, добавьте оставшийся сахар и оставьте для брожения. Как только на квасе появятся пузырьки и легкая пенка, новый квас готов к употреблению. Слейте квас в кувшин, у него уже нет привкуса дрожжей, он вкусный, шипучий, приятно освежает. А оставшаяся гуща будет основой для нового кваса и так до бесконечности, пока не надоест. Если вы хотите приготовить квас для окрошки, просто уменьшите количество сахара. С наступающим вас летом, друзья, вкусных и полезных напитков!